Вениамин Кондратьев рассказал, что новая структура должна обеспечить межведомственное взаимодействие в борьбе с нелегальной миграцией. С начала года на Кубани выявлено больше 20,5 тысяч случаев нарушения законодательства иностранными гражданами, приехавшими в Россию. Глава региона также потребовал усилить контроль и над недобросовестными работодателями. Нужно жестко действовать и пресекать нахождение в крае нелегальных мигрантов. Но, на мой взгляд, нужно намного жестче действовать по отношению к тем, у кого они работают. Намного жестче, потому что вот те, кто их приглашает, они в первую очередь и источник проблемы. Но если мы их в первую очередь жестко накажем, тогда я думаю, что нелегальному мигранту просто негде будет работать. Проблема в первую очередь в работодателях, которые предоставляют работу нелегальным мигрантам, и в тех, кто за ними стоит. Вениамин Кондратьев попросил руководство Главного управления внутренних дел по краю усилить контроль над каналами нелегальной миграции. За год количество проверок в ведомстве снизилось почти на треть.